I was born in Macon, Georgia. Как поет Элвис. Мне слышалось, что слова такие in American Georgia. Ну, по сути, это так и есть. Но он поет in Macon, Georgia. Macon — это город. Что я могу тебе сказать? Сейчас я иду пешком до места жительства моего ближайшего друга. Силы на исходе. Я бы, конечно, не, если бы не канал, давным-давно бы плюнул и... О, а как здесь прохладно-то. Ух ты, ёк-махарёк. Надо иметь в виду, что здесь очень прохладно. Переход, но, видишь, ни малейшей скамейки нет. И вот в этом выхолощенном межпространственном туннеле я тебе говорю, I was born in Macon, Georgia. Я родился в Твин Пикс, штат Вашингтон. Ишкарала, республика Мариэл. И... Как я смотрел? Как я смотрел? Ну что ж такое? Да, хотя, спасибо. Как я смотрел на мир? Да никак я на него не смотрел. Я был внутри родительской любви. А если точно, то материнской любви. Мне на YouTube-канале нужен же точный отчет. Понимаешь? А вот я тебе даю точный отчет. Вот он, свет в конце туннеля пресловутый. Я тебе говорю абсолютный отчет. Я был полностью внутри материнской любви. Другого я ничего не могу сказать. Но присутствовали игрушки. Но это все как бы внутри этого. Что я имею сейчас? Все то же самое. Ну а теперь мы можем перейти больше к каким-нибудь деталям. Детали следующие. Я вообще гедонист. Но я уже, как я говорил, моя роскошь стоит дешево. Мне бы мороженка, кофе. Да, как говорится, да дать поспать как следует. Да еще просто со мной пообщаться. Мне уже даже, не даже, а, как бы сказать, наученный горьким опытом. Хочу сказать, что сексом со мной заниматься вовсе не обязательно. Просто пообщайтесь и все. Собственно говоря, ну если взять тот... самый вопрос секса, то практика показывает, друзья мои, и практика, и отзывы, кстати говоря, и женщин тоже, что большинство людей в этом смысле не удовлетворено. И возникает, конечно же, все тот самый дедушка Фрейд. Маршрут перестроен. Что? Поверните направо. Так, я ее все-таки приглушу, наверное. Так, сейчас приглушаем. Так, и смотрим, что у нас тут. Куда направо-то? А, ну да, мне нужно правее держаться. И мужчины, и женщины испытывают недостаток этого. То, что это как бы и в недостаточном количестве, и не в достаточном качестве. По себе я могу сказать, что у меня вообще ни в каком количестве. А когда нету количества, то о чем можно говорить? И, в общем-то, просто я априори рассуждаю. Я думаю, что причина неудовлетворенности, как говорит Владимир Ильич Гендлин, да, у меня свой Владимир Ильич, у знающих людей... Икона – это Владимир Ильич Гендлин. Икона – это не то, к чему нужно формально прикладываться. Икона – это то, рядом с чем ты себя чувствуешь лучше. Таков и таков Гендлин. Понимаешь? Вот тебе, как говорится, факт. Как поет
Elvis, is this matter of fact that you know well? I just call myself a US mail. Я сейчас не знаю, что я, какую абракадабру сказал, но примерно... Я так понимаю, что смысл такой, что это факт, который ты хорошо знаешь, что я настоящий чувак. Вот. А этого самого мачизма я совершенно не чужд. Как ни странно. Ну, еще раз повторяю, что мое дело – это максимально правдивый отчет. Вот я тебе его и делаю. Сейчас я перехожу улицу и... Вот. 3,7 километра, 45 минут идти. Навигатор, естественно, в современных реалиях глючит.